Пресс-конференцию, посвященную грядущему Дню строителя, профильный министр провел на крыше многоэтажного дома. В импровизированном пресс-центре глава ведомства ответил на вопросы журналистов и рассказал о предварительных итогах и перспективах отрасли на ближайшее время. Так, в регионе за прошедшие полгода построено около 130 тысяч квадратных метров жилья, что больше, чем за аналогичный период прошлого года, почти в 2,5 раза. Это позволило в текущем году реализовать первый этап программы по переселению граждан из аварийного жилья. Благодаря ей около 4 тысяч владельцев квартир в ветхих домах улучшат свои жилищные условия уже в этом году. Однако впереди еще более сложный второй этап. По словам чиновника, средства на его реализацию уже готовы к работе. Нам необходимо будет переселить 227 аварийных домов свыше 5,5 тысяч граждан, которые сейчас проживают в неудовлетворительных условиях в аварийных домах, будут уже переселены в следующем году. И так вот, каждый год мы будем двигаться до тех пор, пока все 870 домов, которые сегодня аварийные, или 370 тысяч квадратных метров аварийного жилищного фонда, которые были на 1 января 2012 года признаны аварийным, будут переселены соответственно.